Мама. Как много в этом слове добра, нежности и любви, Алена, Настя и Даша узнали лишь год назад. Девочкам 8, 5 лет и 3 года. Родные сестры, родные по крови и Лоли, и Шенина. Это ее племянницы. Иметь большую семью женщина мечтала с детства, но стать многодетной ей пришлось в одночасье. Младшая сестра Лолы, которая начала вести аморальный образ жизни, ко всему прочему угрожающий здоровью детей, лишена родительских прав. Своих дочерей женщина просто растеряла. Новым родителям девочек пришлось разыскивать по всему Краснодарскому краю. Алёнушка, потерять моих сестер семью. Если младшие находились в инфекционке и реабилитационном центре региона, то старшую Алену и вовсе нашли на улице в 4 утра. Но благодаря материнской заботе девочки о прошлом уже не вспоминают. Папа король, мама королева. То, что у них папа король, а мама королева, девочки с гордостью рассказывают всем соседям и знакомым. Сами Ишенины героизма в поступке не видят. И пополнение в семье считают нечаянной радостью, ради которой уже и холодильник приобрели в 2 раза больше предыдущего, и запасы продуктов питания увеличили в разы. Еще бы стиральную машинку, сетует мама, чтобы вмещала все девичьи платьица. Но и это дело наживное. Решить нахлынувшие проблемы помогли и власти Сочи. Сестер сразу определили в детский сад. Печаль одна – съемная квартира. Так, слава богу, все хорошо. Все живы-здоровы, уже довольны. Папа работает. Наш основной кормилец. Я всегда мечтала. И вот, конечно, моя мечта сбылась. То, что я приобрела столько девочек сразу, за раз. То есть особо не пришлось трудиться, можно так сказать. Ну и довольна, конечно, девочками. У меня уже мечта, как я буду их замуж выдавать, думаю. У папы уже шок в плане, сколько нужно всего девочки растут, сами понимаете. Ну ничего, справляемся, довольны всем. Верит мама Лола и в то, что все вместе они справятся с проблемами по здоровью девочек. Каждая из 3 сестер родилась с патологией. У старшей Алены проблемы с кожей, у средней Даши слабые сердечные мышцы, а маленькой Насте уже приходится носить очки из-за частичной атрофии глазных нервов. То, как мама справляется с трудностями, не понаслышке знает кума Ишениных. Крестная Мария – свидетель зарождения многодетной семьи. Как в первое время у меня Лола не есть, не пить, не спать. Все в поисках, в розысках, в поездках. То есть вот так. Пока не собрали этот букет, не привезли домой, да? На такой маме только детям мечтать и мечтать. Хозяюшка. Любит печь, готовить. Ну, с детьми. И манты, и пельмени лепим. Вместе. То есть они уже свои. Свои родные. 3-летняя Диана и 20-летний Алексей – родные дети Ишениных. Новых членов семьи приняли сразу же. Друг за друга они горой. Сейчас все вместе ждут рождения еще одной сестры. 6-й ребенок в семье станет главным новогодним подарком. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.